В Десногорске продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Желающими сделать прививку препаратом «Спутник Ви» необходимо обратиться в доврачебный кабинет медсанчасти номер 135. Это кабинет 106. Далее пациента направляют в инфекционный корпус, первый этаж, где расположены кабинеты терапевтов и прививочный кабинет для осмотра терапевта. После этого сама прививка. Прививается двухэтапно, значит, первым компонентом через 21 день, вторым компонентом. Также перед первой вакцинацией заполняет согласие и анкету. Перед второй вакцинацией то же самое, записывайтесь в 106 кабинете, далее заполняете согласие и также прививайтесь. Нельзя делать прививку при ОРВИ, а также при хронических заболеваниях в стадии обострения. В случае, если пациент переболел коронавирусом, то привиться он сможет только через полгода. Побочный эффект без особенностей. Так же, как и пожилой возраст, молодой возраст, значит, никаких осложнений нет. Подтвердить вакцинацию можно двумя способами – справкой от МСЧ-135 или сертификатом на портале госуслуг. Во втором случае это будет электронный документ, известный также как ковидный паспорт. Для успешного получения сертификата о успешно пройденной вакцинации через сайт госуслуг необходимо перед началом вакцинации иметь с собой документы, паспорт, СНИЛС. Это необходимо предоставить наш доврачебный кабинет 106, где зарегистрируют реквизит этих документов, для того, чтобы они были занесены удачно в регистр вакцинированных. Также для получения сертификата необходимо заранее подтвердить свою учетную запись на портале госуслуг. Пациент это может сделать самостоятельно через онлайн-приложение своего банка или обратившись в ближайший многофункциональный центр «Мои документы». При соблюдении всех этих условий сертификат вакцинированного появится в течение суток в личном кабинете пациента на портале госуслуг после получения второго компонента прививки. В нем будет содержаться информация о проведенной вакцинации. Документ доступен как в электронном виде, так и для печати.